Меня зовут Галина, мне 77 лет, живу в Перми, по образованию химик-технолог, ну, в основном на химических заводах работала. Громче. В основном на химических заводах работала. Ушла я по вредности на пенсию. Ну, было, конечно, много проблем. Можно, как говорится, рассказывать и рассказывать. Что позади? И, ну, питаться я начала, конечно, еще до органики в одной компании. Там, в общем-то, я получила какие-то результаты, но кое-какие проблемы у меня оставались. И меня особенно сильно, когда я в органику пришла, я с февраля месяца в органике, я когда пришла в органику, там у меня кое-какие проблемы ушли, но в последний, вот последний буквально месяц у меня произошло то, что вот меня особенно сильно поразило. То есть я сколько лет, у меня болели пальцы на ногах. И они как вроде онемевшие были. Я уж думала, что атрофируются они, что ни шевелить ими не могла, ничего. А тут, значит, вот когда у нас особенно появился Гермес, таблетки, капсулы, я, видно, их не зря ждала, так скажем. Потому что когда я стала их принимать, они недавно совсем появились. Сначала с одной капсулы начала, а потом на две перешла, потому как у меня все-таки проблема была с венами. Ну и вот, и как-то встаю, буквально недели полторы тому назад, на пол с утра. Встаю, а у меня пальчики вот так вот растопырились на ногах. Когда у меня уже, ну, наверное, около 10 лет, особенно на левой ноге, не было такого. Врачам я говорила, спрашивала, что это такое, они вот мимо ушей пропускали эту мою проблему. Вообще не обращали на это внимания. И я под этим впечатлением, что у меня пальчики зашевелились, за что, в общем-то, я до сих пор хожу.